Ой-ой-ой, смотри, сейчас будем падать вниз. Ну-ну-ну-ну-ну. Все, ладно, все разваливается, ладно, это не... мы, короче, ничего не делали, все, извините. Мы будем аккуратненько ехать вперед. Так, зомбарь, не мешай мне, а? Алло. Во, бензика у нас достаточно. Давай-давай-давай, машинка. О, все, горит все. Давай-давай, еще немножко стало. Да-дуда-дуда, да-дуда-плей. Всем привет, ребята, вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру «Машинка против зомби». И сейчас у нас этот синенький автомобильчик едет просто в пропасть летит на всех парах. У нас дофига ускорителя, и мы им усердно пользуемся. Прям очень интересно, да? Разбивается тачка, но все равно мы можем спускаться вниз. Все время вниз. Опа, нифига, смотри, взлетели, как хорошо. Так, давай, еще немножко ускорителя. И нет, этот гад залез прямо на наш автомобиль. Делать нечего. Офигеть, тачка. Как так ты разлетелась? Что с тобой случилось? Да, едем на одном колесе. Давай, давай, машинка. А, ну бензина там много, смотри, интересно, да? Угу, бензина много. Мы едем прям нормально, но... К сожалению. А, и двигатель, все. Двигатель сломался. Да неудивительно, у нас вся машина сломалась. Ну что ж, я предлагаю купить бензик. Да, тем более денег на это хватает. И купить колеса более мощные. О, посмотрим. Ух ты! Нормально. Едем, отправляемся. Вперед, вниз. Вперед и вниз. Давай. О, тачка, офигеть! Ой, ускоритель утерян. В смысле ускоритель утерян? Да тачка разбилась полностью. Офигеть. Ну пока мы едем... А, смотри. Блин, нифига какой зомбарь оказывается огромный. Вот. А ну-ка. Ну все равно. Нормально. Мы продолжаем путь. Бензина дофига. Едем вообще неизвестно на чем. Зомбари, вы чё докопались до меня? Ух, нифига, смотри, вообще голимый двигатель, смотри, открытый. Прикольно, интересно очень. Да, переборщил я с ускорителем, конечно, в начале. Тачка полностью у нас разлетелась. Едем на таком вот, типа, скутере даже. А, слишком медленно, все. Все, больше ехать мы никуда не могли. Разлетелась полностью тачка. Ладненько, денег у нас вообще нету. Давай более быстрый разгон сделаем. Вот. Улучшили тачку. Ух ты, давай-давай-давай вниз. Смотри, мы как сейчас тачку разбиваем. Офигеть, все, двигатель утерян, все. Тачка разлетелась, вон оно как. Едем на таком вот, на газонокосилке едем, ребята. Вот, отлично. А, ты что толкаешься, зомбарь, гад. Давай, 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 машинка. Ах, ё-моё, перевернулись. Ай, быстрее, быстрее, куда-нибудь. Давай, о, поехали. Давай, вот, и сейчас вниз, 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 вниз летим. Давай, ускоряйся. О, хорошо. Едем на таком мини... Не знаю даже, как назвать. Вот для меня, вот, мне кажется, знаешь, похож на что-то такое, на мини-трактор какой-то. Маленький, вот. Или снегоуборочный какой-нибудь аппаратик. Или газонокосилка даже, знаешь. О, давай, 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 попробуем. О, ну. Все. Не хватает там энергии. Ладненько. Ну ладно, будем собирать тогда деньги, что ли. Ну, все дорого, конечно, все дорого, очень стоит. О, давай, вперед. Надо аккуратненько, не сильно прям лететь. У нас прям такие скорости огромные, что мы. Вот, видишь. Офигеть, все отлетело. Много чего отлетело. Ну хорошо, что хоть пока ускоритель не отлетел. О! Так, ускоритель еще есть. Блин. Ну хоть ускоритель есть. О, давай, давай, давай. Опа! Ускоритель закончился. Все, закончился ускоритель. Ну, двигатель у нас начинает гореть просто черным пламенем. Давай, давай, давай. Вот. Что у нас по бензинчику? По бензинчику у нас еще достаточно много бензина. Но машина у нас не очень хорошем состоянии. Оп, 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 оп. Да, ну вот видишь, горит немножечко, ну как горит.
задымление идет. Ой-ой-ой-ой-ой, взорвался, все. Двигатель наш взорвался. Что мы получили по деньгам? Можем ли мы купить? Да. Мы покупаем вторую броню. Вот. Вторая броня уже хорошо. Поехали дальше. Поехали, разгоняемся. Вниз, вниз, срочно вниз. Сейчас посмотрим, как у нас машинка выдержит. Нет, такое крутое падение. О! Что-то да, от машинки у нас останется к концу поездки. Все, ускоритель у нас, кранты ускорителю закончился. Все, консервная банка прям. Машина превращается в консервную банку под конец с трассы. Вот. Давай, давай, ускоряемся. Да, что ускоряться-то? Ускоритель закончится. Но бензина еще, в принципе, много. Не знаю, может быть, доедем, может быть, нет. Хотя, с другой стороны, мы не зря покупали... Ну, что мы покупали? Мы покупали, конечно же, укрепление автомобиля. Броню мы покупали. Ну вот, не зря мы покупали броню. Видишь, взрываемся, а, блин, кончился бензин. Ёлки-палки. Как же я забыл про этот бензин. Пока бензин купить не можем. Только ускоритель. Ну давай купим. Ускоритель. Ускоритель вообще тема хорошая. Опа, разбиваем, разбиваем. Все, только не те. Летим, летим. Оу, тачка наша сейчас вообще разобьется. Все. Ох ты. Да что ж такое? Что нам тут помешало? Нашему автомобильчику. Давай, едем. Опа, аккуратненько. Все. Ну, смотри, у нас, что самое интересное, у нас стекло-то сзади не разбилось. Представляешь? У нас все отлетело, вся броня отлетела, а стекло держится. Вот она была из такого стекла, вот из такого стекла. Наш автомобильчик было делать полностью. Вот, а пока мы, в принципе, едем и мочим зомбарей. Вот. Надо зомбарей мочить. Проезжать вперед. О, давай, 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 еще немножечко. О, хорошо. Давай, машинка, давай. Я в тебя верю. Бензин закончился, нет. Ускоритель утерян, ничего страшного. А то, что бензин закончилось, да, это плохо. Бензин мы не можем купить. Ладно, едем дальше. Зарабатывать на бензин. Ну, не на бензин, сам на топливный бак, естественно. Ой-ой-ой-ой, что-то я разогнался сильно, ребята. Что-то я сильно разогнался, машинка наша сейчас в дребезги. О, ускоритель закончился. Да, тачка наша, бедолага. Зомбари, вы бы мне не мешали бы? Мне и так, я и так сам себя убью. Так что, вы можете не переживать. За рулем идиот находится, который включает ускоритель на максимум и развивает тачку. Возможно, он так сильно хочет от вас улететь куда-нибудь. Куда-нибудь в теплые края, он во Флориду. В котором ждет корабль. Давай, машинка. Во-во-во-во-во-во. Ой-ой-ой, чуть-чуть, смотри, ты видел? Чуть-чуть не хватило энергии, чтобы залететь вперед. Ну ладно, ничего страшного. Ай-яй-яй-яй, аккуратно. Все, взрывается. А, все, бензин закончился, все. На этом месте заканчивается бензин. Хоть что бы ты ни делал. Вот смотри. Покупаем топливный бак. Хотя ускоритель мы можем еще тоже купить. Вот, нормально. Автомат у нас сразу отлетает, прикинь. Все, все, что можно было, отлетело. Ух ты. И ускоритель, что самое интересное, утерян. Хотя еще было достаточно много у нас ускорителя. Ладненько. Нужно аккуратно сейчас ехать. Хотя бензин у нас дофигища. Вот, поэтому... До второго... Ой-ой-ой, давай, давай. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило у нас тяги, мощности. Все, теперь вниз. Бензинчик как бы есть. Как бы можем мы доехать. Вот так вот. Интересно, что там было внизу? Надо будет как-нибудь проверить. А может, и не будем проверять. Колеса. Может быть, колеса увеличить? Купить и увеличить колеса. Вот. Хотя, может быть... Ой, давай-давай, смотри, долетели мы. О, долетели. Доехали. Ой, бензин закончился, да в смысле, как так? Подожди, а как мог бензин закончиться, если я
покупал целую флягу бензина. Угу. Давай улучшим коробку передач уже. Попробуем. Во. А, коробку передач. Я же хотел этот ускоритель еще купить. Ладно. Блин. Ой, моя бедная тачка. Смотри, ускоритель вообще как-то странно стал. Как-то ускоритель, подожди, странно как-то начал. Не в ту сторону, что ли, он начал работать. Ладно. Да все равно фиг доедем, смотри. Короче, я сейчас... Если хватит денег, я куплю ускоритель. Вообще максимум. Чтобы он у меня не заканчивался. Вот. Давай, давай, давай. Сейчас будет интересный подъем, смотри. Угу. Опа. Сколько же этих зомбаков-то много, а? Подожди, а вот мне интересно вспомнить, посмотреть первую серию этой прохождения этой игры. Сколько там зомбаков было на карте сразу? Я не думаю, что так много, как сейчас. Все, бензинчика, в принципе, хватает. Сейчас посмотрим, куда мы доедем. Все. Закончился бензик. Да. Можно было и не подниматься наверх. 1100. Угу. Ладно. Еще раз поедем. 1100 это, в принципе, немного. Давай, давай, давай. О, вниз, вниз, вниз. Фига вообще. Ой, что-то расколбасило на тачку нашу. Во. Давай, ускоритель закончился. Ну, мы сейчас купим. Сейчас купим, добавим ускорителя и будем еще дальше ехать. Вот так, аккуратно. Вообще, по-хорошему, надо будет попробовать аккуратно ехать. Ну так, аккуратненько. Не сильно наваливать на газ. Ускорителем пользоваться минимально. Вот, и тогда мы можем, в принципе, нормально проедем эту трассу. Потому что с ускорителем я тачку полностью в дребезги разбиваю. А потом у нас заканчивается бензин. Потому что бензина мало. Во. Проехали, хорошо. Тачка наша, давай. И тут немножечко осталось проехать. Ой, давай, давай, пожалуйста, пожалуйста. Зомбарь, ты что сюда пришел? Давай, немножечко еще. Блин, все, бензик закончился. Ладно. Ускоритель, все, максимум. Максимум мы купили ускорителя. Офигеть. Все, теперь летим вниз. Опа, давай, давай, ускоряемся. О, пока у нас есть ускоритель. Нет. Короче, знаешь что? Нам не здесь надо ускоритель, чтобы срабатывал. Нам надо ускорителем здесь пользоваться. О, все, закончился ускоритель. Ну, смотри, на удивление у нас еще этот автомат остался работать. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Сейчас будем падать вниз. Ну-ну-ну-ну-ну. Все, ладно, все разваливается. Ладно, это не... мы, короче, ничего не делали. Все, извините. Мы будем аккуратненько ехать вперед. Так, зомбарь, не мешай мне, а? Алло. О, бензика у нас достаточно. Давай, 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 машинка. О, все, горит, горит, все. Давай, давай, еще немножко осталось. Доедем или нет? Наверное, нет. Вот, давай, 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 хорошо, молодец, еще немножечко. А, да, бензин сейчас закончится. Вот здесь самое сложное, потому что чему-то вот эти вот зомбаки, не могу их проехать. Давай еще чуть-чуть. Во, да сколько ж у вас-то, а? Закончился бензин. Бензин пока не можем купить. Что ж купить? А давай купим развесовка. Перераспределение веса помогает пробиваться сквозь зомби и препятствия. Отлично. Как раз это нам и не хватало, потому что зомбаки нам толком не дают проехать. О, ой-ой-ой, что-то я опять начинаю косячить. Ох, нифига, все, полетели. Все, разбомбились мы машинку нашу. Ну, потому что развесовка, вот смотри, она конкретно зомбаков мочит. Вот, отлично, хорошо. Теперь мы можем все это пробивать, дело. Аккуратнее. Давай, летим, все у нас, пробиваем нормально. И зомбари летят. И они потом рассыпаются в дребезги, эти зомбари. Вот, а они не щадят себя. Они очень не хотят, чтобы наш чувак уехал себе домой. Хотят, чтобы он остался и жил у них.
Либо они голодные и его хотят съесть. Но с другой стороны, почему они не едят друг друга? Вот вопрос. Почему зомбари не могут есть друг друга? Это же так вкусно. Ну, мне так кажется. О, смотри. Доехали мы куда-то. Блин, давай. О, все, бензин закончился, ребята. Ну что ж, на этой веселой ноте мы будем заканчивать серию. Спасибо, что досмотрели до конца, что поставили лайк, что поделились, написали комментарий. Я на него ответил. И написал что-нибудь, всем привет. Да, если хотите передать привет, пишите. Я в следующем ролике вам передам привет. Вот все. Ну что ж, пока-пока. До новых встреч.